История о незатейливой предприимчивости двух неудачливых актеров, которые, несмотря ни на что, мечтают о мировой славе, о миллионных гонорарах, а вместо больших денег они находят свою любовь. Премьера спектакля «Примадонны» в Гортеатре прошла на ура. Зал рукоплескал. Они даже на афиши наши не посмотрели. Я их специально выложил в фойе. Там ведь лучшие рецензии, лучшие цитаты из наших рецензий, лучшие! Незабываемая игра. Это еженедельник железнодорожник? Да! Всепоглощающая сила актерского искусства! Или сколько работников РБВСского фонда? Двое актеров-неудачников гастролируют по американской глубинке. Публика их не понимает, постоянно освистывает, и вместо больших гонораров им светит нищета. Друзей спасает случай. Из газеты они узнают о том, что одна старушка-миллионерша, вроде как на ладан дышащая, разыскивает своих племянниц, которых видела только в детстве, а разыскивает, чтобы поделить между ними и третьей племянницей, влюбленной в театр, свое наследство. Джек и Лео решают не упускать шанс. Они переодеваются в женские платья и отправляются за деньгами. В доме старушки план новоиспеченных племянниц рушится. Они влюбляются в местных девушек, и вот тут-то начинается безумно веселая история с постоянными переодеваниями то в платье, то в костюмы. Если вам когда-нибудь понадобится медицинская помощь, вы меня только свистите. А я, кстати, и пластической хирургии тоже по совместительству. Это же какие части тела? Вы хотите мне прооперировать? Спектакль поставлен по знаменитой пьесе американского драматурга и режиссера Кена Людвига. Содержание в лучших традициях комедии положений. Оно строится на неожиданных стечениях обстоятельств и непредсказуемых забавных ситуациях, в которые попадают персонажи. Играют серпуховские актеры смешно и непринужденно. Тонкий юмор, курьезные моменты. Зрители в восторге. Почти 3 часа зал смеется и неустанно аплодирует. Мы нахохотались вдоволь. Веселый спектакль. Но артисты все замечательные. Всегда артисты уже, так сказать, те, которые давно играют. Я их знаю с самого первого дня прихода в этот театр. Мы следим за их судьбой, нам очень интересно. Они взрослеют и более, скажем так, интереснее играют. Зал держит актеры, стараются. Это большая удача нашего театра, этот спектакль. Я постоянный зритель, я хожу на все спектакли. Ну, не всегда бывают удачи, конечно, но это несомненная удача. Мне очень нравится. И декорации хорошие, и вообще сам сюжет очень интересный. Великолепная игра актеров, работа гримеров, декорации, продуманные до мелочей. Все сложилось. Праздник, который вы пришли сегодня с нами разделить, удался? Гортеатр снова покажет «Примадонны» теперь 27 апреля.